Всем доброе утро. Мы проснулись. Мне сейчас надо скорректировать договор клиенту. Ох. Так что я уже запускаю компьютер. Сегодня раньше встали. Постарались, по крайней мере, хоть чуть-чуть. Вот у нас такое солнышко, снежок там. Включаю Гаязов Бразерс. Песня Вин Дизель. Хорошего вам настроения. У меня вот такой завтрак. Сырники с сметанкой. Сейчас, наверное, один Игорю дам. Погода сообщает, что сейчас минус 10. И это вообще не видится, не чувствуется, все тает. Вот, а мы пришли на трамвайчик, ждем. У нас вот так вот времени, вот, собраны. Ну что, расскажу вам, куда мы едем. Если вы не поняли по наполнению сумки, вот, то мы едем в бассейн. Вот, начнем ходить в басик. Вообще очень любим его. И когда-то давно я ходила раньше. И очень даже классно и стабильно, но потом как-то все затянулось, то хотели, то опять что-то это. Вот сейчас вот возобновим наш бассейн. Я одна ходила и с Игорем, и с Димой, и с Верой. Это моя подруга, Вер, тебе привет, если смотришь с колледжа. Так что как-то так. Вот, и сейчас уедем. С утреца, басик, минусовая погода, бассейн открытый, ну, в общем, кайф. Ну что, наша остановочка. Ой, слушай, в стекло можно, конечно, влететь. Да. Вот, идем. Тупым. Как классно, что в нашем городе есть трамвай. Нам нужно пройти по этому мостику прикольному. У нас вообще два пути к бассейну. Можно с той стороны, можно с этой, посерединке как бы. Сегодня мы идем этим маршрутом. Тук-тук. Смотрите, как на мостике электричка тут ездит, по которой мы часто катаемся. Мамаев курган там. Прикольный мостик. Такой вот красота. Так, ну что, мы уже рядом с бассейном. Называется бассейн «Искра». Это очень большой открытый бассейн у нас в городе. Он самый лучший. 02, 91. Так, ребят, ну что, мы уже внутри бассейна, купили абонементы. Сейчас будем развиваться и переодеваться. Короче, на первое время нужно будет как-то здесь освоиться, потому что я давно прям не была. Вот, а потом, когда освоимся, мы поснимаем друг друга. Ну, пока вот так. Так, ну что, мы накупались. Я вышла уже, сейчас буду сушиться. Кремушек нанесла. Вот, сейчас буду сушить волосы. Беру с собой, короче, бассейн спрей, чтобы лучше расчесывался. Ну и вообще, тут фены есть, но они не всегда хорошие. Я свой взяла. Не знаю, может, буду пока этим сушиться. Игорь уже вышел, ждет меня там. Вот, так что накупались. Тут, кстати, елочка стоит такая красивая, вообще прикольная. Идем. Здесь градусы указаны. Вода 28 градусов. Круть. Ох. А, какой кайф. Так, ну что, мы вышли из бассейна. У меня такие щеки красные, почему? Ну, у меня тоже розовые. Ну, как тебе? Понравилось. Да? Ну, Игорь говорил, что у него какой-то дискомфорт в животе вообще сегодня, поэтому не супер комфортно, да? Тяжелая вода, конечно, в бассейне. Ну да, тяжелечко. Жестко. Но мне кайф, конечно. Я очень люблю бассейны. Я так хотела, и мы так классно купались. Мы сегодня, кстати, не полное время, прям меньше. Я говорю, блин, для первого раза нормально. Мы, наверное, минут 30, да? Чуть больше. Больше?
40. Ну, вообще, типа, 74 минуты. 37 и 20 минут потом еще. 20-37. 43 минуты. Вот. Ну, короче, вообще на бассейн дается 74 минуты. И ты как бы в это время купаешься, например, 40 минут и 30 минут на переодевашке. Но мы быстро переодевались. Не обязательно, конечно. Да, не обязательно, конечно. Не, может, просто. 5 минут, просто если ты 74 минуты в бассейне дольше будешь, у тебя еще одно посещение засчитывают. Вот. Пойдем вон там. Пойдем вон там. Смотрите, тут, видимо, детки падали, ангелочков делали. Маленький, совсем средний такой. Прикольно. Мы идем по парку. Тут недалеко с бассейна парк. Топаем домой, есть хочется мне. Еще такой расслабон. Я хотела с собой банан взять. Просто я знаю, что после бассейна жракать хочется. Ну ничего, до дома дотерплю. Позавтракаю. Не-не, что-нибудь еще более вредное. Что вреднее, что вредно. Нет, ничего вреднее. Шурмы? Ага, после басика, да? Мне прикольно, там плаваешь, стакан ставишь и такой попиваешь. Да ладно, мы шутим. Мы же это, зожники теперь. Ну, конечно. Один раз зожник, один день зожник, это уже раз зожник. Особенно в субботу. А что в субботу было? День рождения, там. А, ну это перспектива. Ты довольствуешься сейчас. Ребят, я здесь работала горничной, когда училась в отеле «Апельсин». Кстати, клевенький отель. Там еще кафешка, там отсеки. Это звезды. Ну да. Не, ну там очень хорошо. Там уборка, к уборке трепетно относится. Ребятки, ну что, мы дома. Разобрали вещи, сделала нам завтрак. Сделала вот такие сэндвичи. Творожный сыр, листья салата, ветчина с сыром. Вот так вот. Очень вкусненько, аппетитно, и себе сделала кофе, и даже с сливками. Вот такой вот вкусный кофе. Но без сахара. Так что всем приятного, и смотрим серию. Мы, наверное, сейчас покушаем, ответим по работе и немножко отдохнем. У нас 2 часа уже. Можно сказать, что это у нас второй завтрак или даже обед. Так что приятного, котик. Нам с Игорем на двоих. Вот, кушаем. Так, ребят, ну что, мы отдохнули, встали, уже сидим в работке и решили поужинать, пообедать. Что у меня здесь? Доедаю ветчину. Здесь у меня авокадо, помидор, фитакса и шпинат. Я шпинат как будто вообще не ела никогда. Не знаю, может, и ела. И заправила я немножко капелькой масла растительного без соли, потому что фитакса чуть-чуть имеет соль и ветчина соленая. Сейчас все это перемешаю, это мой ужин. Игорь доедает суп, там одна порция осталась. Еще сейчас добавлю вот такие вот семена. Полет нормальный. Даже приятные такие ощущения, такая мышечная, немножко легкая усталость от бассейна. Вот, а так, в принципе, сейчас покушаем и заработку. Вечером нас ждет еще прогулка. Несмотря на то, что у меня болит нога, но я настроена. Вот у меня сейчас 7 тысяч шагов мы сегодня натоптали, хотя бы до 10 надо бы добить. Так что выйдем прогуляться. У нас очень холодно. Прям чувствуется морозец. Так, ребят, ну что, мы отработали. Если честно, меньше сделали, чем хотелось бы. Так вот, сейчас идем. Карточка наша с бассейна. Это моя? Твоя. Надо на нее ленточку привязать. Чтобы она... Они одинаковые, без всяких опознаваний. Ты не поешь вообще? А? Ее надо вообще сделать. Куда? Ну, вот, ты закончишь. Да. Ты можешь написать вот. Нет, ее сдаю. Кстати, мне кажется, что раньше были какие-то другие и подписывали. Надо ножницы. Ну, короче, мы отработали. И идем сейчас на вечернюю прогулку. У нас время 11 почти часов. Вот. Сейчас все ленточку сделаю. Абонемент. Короче... Не знаю, я долго там со своими всякими техническими моментами разбиралась. То с, там, с клиентскими, то со своими, то по бюджетам. Так долго, что не сделала то, какие задачи хотела сегодня сделать. Сейчас одному клиенту пошла отвечать. 11 часов я так не люблю. Я обычно, ну, как бы уважаю клиентское тоже время, что они, возможно, уже там отдыхают. Я сама не очень люблю, когда пишут сильно поздно. Ну, исключение, знаете, какое? Это только если другой часовой пояс. У меня есть клиенты, например, из Сахалина.
или из Хабаровска, у которых плюс 9 часов с нами. Поэтому, конечно, чё, простота сейчас будет. Будет моя индивидуальная карточка. Желатенькая. Как это? Сегодня мы, когда плавали, с Игорем решили засечь, кто сколько в воде продержится. Я невротик, и вы это знаете, и у невротиков очень время быстрее идет, чем у других людей. Типа по самосостоянию. Вот если я закрою глаза, и вы мне скажете, засеки минуту, то у меня минута продлится 20 секунд, и мне кажется, это уже долго. А у нормальной, с нормальной психикой людей, у некоторых даже дольше. Вот, поэтому у меня быстро время идет, и я когда ныряю, мне кажется, что я уже очень долго под водой. Не знаю, знали такой факт? Ну, все невротики, они такие. Ну, во-первых, загуглите, что такое невротик, а то подумайте, что это что-то ужасное. Это не ужасное, это нормально. Невротик — это люди, которые, ну, имеют какие-то психологические моменты свои не с психикой, а именно там тревожные, делают все качественно, хорошо. Например, очень эмоциональные. Я вот очень тревожна. Все, бантик вот такой будет мой познавательный. Ну и короче, я к тому, что мы засекли, мы нырнули. И мне казалось, я долго вынырнула. Я всего лишь 5 секунд или 6. А Игорь 35. Игорь, ну, лучше меня под водой держится. Я не очень. Так, все, Игорь меня ждет. Я иду. Все взяли. Нам ничего особо не надо. Что-то у меня глаза красные. В принципе, все. Идем на прогулочку. Кстати, салат, который я ела, оказался очень сытный за счет ветчины и авокадо. Так что-то у меня, правда, глаза какие-то красные. Так что идем на прогулку. А, куртку. Вот, я еще и рассеянная. Так, мы сейчас с прогулки уже домой почти пришли. Топаем хрустим снегом. У меня скользкие кроссы. Я, короче, берегу свои зимние, берегу свои осенние. Решила кроссы одеть. Такие весенние. Ну, не холодно, но они скользкие. Блин. Скользко. Сейчас нога болит. Так, ребят, ну что, мы нагулялись, натопали 10 тысяч шагов, чуть больше, вот, дома уже, я сейчас буду ужинать, можно сказать, такой перекус-ужин, легкий. Ну, не то чтобы легкий, очень белковый, у меня здесь творог, сметана и маленький вот такой бананчик, такие вот мелкие, знаете, мини, вот, творог вообще не сладкий, йогурт тоже, и вот я решила с бананом. Так что вот так вот. Такой вот у меня ужин сегодня. Чувствую себя отлично. Вы, в принципе, видели все сегодняшнее питание. У меня даже каких-то перекусов не было, потому что не хотелось вообще. Единственное, что воду пью. Сейчас прогулки пришли, я прям почти полстакана выйду ложе. Вот. Так что нормально. Салат был сытный. Много ветчины. Авокадо. И вот сейчас... ужинаем творожком. Сейчас включу себе натальную карту. Чуть посмотрю и буду спать. Блин, все, в прыщах, это трэш. Я не ем сладкое. Хочу посмотреть реакцию кожи. У меня куча киндеров, вы помните? Я сейчас не ем их. Хочу посмотреть, но это ужас какой-то. Высыпала, жесть. Вот, так что такие дела, ребят. Буду отдыхать, буду кушать, смотреть натальную карту и ложиться отдыхать, потому что завтра вставать уже у нас 12. Я думаю, сейчас как раз пару часов, пока то, пока сё, и надо спать. Вот, и вам спасибо за просмотр, хорошего денечка. Если вас на что-то смотивирует, то это классно. Можете написать в комментариях. Вот, все. А так, добра вам, здоровья и хорошего настроения. Еще, кстати, у меня так нога болит, это трэш. Она очень болит прям. Я еле нашла в себе силы пойти на вечернюю прогулку, потому что, во-первых, утомилась, а во-вторых, нога болит. Ну, у нас все получилось, так что держимся. Все, всем доброй ночи, всем пока-пока.